Маурисио, какие первые впечатления от первого товарищеского матча? Как вообще себя ощущаешь? Я чувствую себя хорошо. Думаю, что вся наша команда в целом чувствует себя хорошо. Конечно, это была первая наша игра в межсезонье. Нам всем было тяжело. Однако уверен, мы еще будем очень много работать. И думаю, что к началу чемпионата подойдем в хорошей форме. Сегодня играли с достаточно сильным соперником. Как такие игры наиболее интересны для команды? Да, мы знали, что «Шахтер» сильный противник, что в составе этой команды играет много талантливых футболистов. Игры с такими соперниками для нас очень важны, потому что они позволяют нам расти и улучшать качество своей игры. Как происходит взаимодействие с новичками? Как-то они уже более вливаются в рисунок игры, в саму игру? Я считаю, что новые игроки очень хорошо влились в наш коллектив. Например, Рикардо Лабарде. Он в команде всего несколько дней, но, как мне кажется, здорово провел эту игру. И в целом наша команда всегда открыта для новых игроков. Мы с радостью помогаем им освоиться и стать частью коллектива.